вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить горячие бутерброды с сыром, колбасой и яйцом. Очень быстро и очень вкусно. Для утренних бутербродов нам понадобится 4 ломтика хлеба, 20 грамм твердого сыра, кусочек колбаски, зелень для украшения, 2 яйца и соль, перец по вкусу. Твердый сыр нарезаем тоненькими полосочками. Вот. 4 штучки нам нужны. Колбасу нарезаем кружочками. Четыре ломтика нам нужно будет колбасы. Немножко. Вот. Все, колбаса нам уже не надо. Теперь будем подготавливать хлебушек. Вот у нас 4 ломтика. Берем первые 2 и вырезаем квадратик внутри. С утра делаю мужу приятное, сделаю необычные горячие бутерброды с сыром, колбаской и яйцами. Вот. Квадратик наш готов. И еще один делаю такой же. Это хлеб для тостов. Есть еще, знаете, такой квадратный, большой, он тоже подойдет. Даже лучше подойдет, чем этот. Достаем. Вот, заготовка готова наша. На сковороду немного налили растительного масла. Вот так хорошо ее переворачиваем. Пусть она растечется по всей сковородке. И включаем огонь. На раскаленную сковороду мы выкладываем ломтик хлеба. Один. И второй. Теперь по краям выкладываем сыр. Теперь колбаску. Закрываем вторым ломтиком. И вбиваем яйцо сюда. Не забываем посолить. Немножко поперчить. Накрываем крышкой на 2 минутки. Теперь с помощью лопаточки нам нужно аккуратненько перевернуть быстренько наш бутерброд. Вот так вот. И второй также сделать. Сейчас попробуем. Главное хорошо его взять и вот так. Вот, подправили немножко. Вот такой быстрый, вкусный завтрак я приготовила на утро своему мужу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!